Наша следующая. Ну да. Случайно набрели на павильон Андоры. Очень интересно. Под определенным углом на стене видно слово, а если стать вот так, то оно... А нет, видно все равно. Я думал, что они какую-то хитрость тут придумали. Ну, в общем, вот павильон, какие-то люди за стеклом. Ну, короче, написано, что этот... Да-да. Написано, что этот павильон критикует консюмеризм, избыточное потребление, и поэтому вся выставка такая избыточная, такая вся прям. Ну, видно, вон деньги понаклеивали на колонну. Много коллажей, вон Ким Чен Ын с сигаретами Lucky Strike, вот богиня кислорода. После выставок в Арсенале я уже всегда спрашиваю себя, это мужчина или женщина. Потому что тут наверняка не скажешь. Куча деревьев уменьшенных. Ну, короче, избыточность, она и есть избыточность, правильно? А, да, я еще забыл показать. Вот тут есть вот такая вот дама, реклама, которая уперлась панно. А, да, и на видео не видно, но тут надпись «Парк потерянного рая». Ну и тут надписи. Кокаин запрещен, одежда запрещена, загрязнение запрещено, ебля запрещена, вырубка леса запрещена, проституция запрещена. А, да, и война запрещена. Все. Спасибо за внимание. Всем пока и до свидания.